Простячок. Да с под моих бабочек. Переродок. Уже ворона набирает. Ветерок сегодня такой, наверное, семерочка. Эх, подул ветер, подул ветерочек. О, что такое? А ну. Заберу от тебя что-то. Ты аж дерево. Сильный ветерочек, сильный. Подарок. Ветер одинаковый, голуби разные. Это тоже переродок, подмешана здесь бабочка с торцовым голубем. С вот такими вот голубями. Ну, это тоже не фонтан, но интересный голубок все равно. Черный. Подарок. Голубь классный. Был в точке, в покрытии был у меня. Этому голубу уже, ну я не знаю, больше 3 лет, наверное. Это мой выводной. Это еще первые мои голуби были. Только попали мне красивые голуби. Я паровать не с кем было. Паровал со своими. Получал такое. Голубь протянутый, с головой. Работа крыла стабильная. То есть вот так вот, друзья. Пишите, договоримся. Друзья, в подарок. Донецкие голуби. Теж подарок. Голубь пышнейший. Ветер одинаковый, только голуби трошки разные. Так, давайте, злітайте вже до кінця, я буду вас кормити. Оце в мене залишилось, друзі, я вам показую. Один голуб сірий, ось він раз злітає. Ось, зараз парочка злітає, два голубка. Який кращий? Ну, чесно скажу, ні одного б не залишив без цих двох. Ні одного. Хоч вони реально і класні. І в руках класні, і на полочці. Ну, друзі, знаєте, як кажуть, на безрибі і рак риба. Залишу цього жовторябого. І цього залишу, сіренького. Бо знаю, по яким вони голубям, друзі. І знаю, що там все good. Щось можна взяти таке супер-супер.
Раз, два, три, чотири, п'ять штук голубів осталось. Залишилось у мене безпарних. Безпарних. Так, друзі, всіх обіймаю, всіх люблю, всім пока.